друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Сегодня я расскажу про свой прекрасный, чудесный, замечательный чайник, которым мы пользуемся уже примерно полгода. Это вот такой вот чайник Vitek. Модель называется VT7063. Почему было так много прилагательных? Потому что чайник мне на самом деле очень нравится, и он, правда, за свои деньги действительно хороший. Когда чайник появился у нас, он стоил примерно 6 тысяч, а сейчас по акции точно такой же чайник можно купить за 4. Это очень выгодное предложение. Итак, что же именно мне в нем так нравится? Ну, во-первых, дизайн. Несмотря на то, что я себе каждый раз обещаю не брать технику, мелкую или крупную, черного цвета, я все равно ее покупаю, потому что она выглядит классно. Во-вторых, он достаточно вместительный, его объем 1,7 литров. Кстати, вот я сейчас сняла крышку, и обратите внимание, крышка с чайника открывается полностью. Это очень удобно, потому что ты вот так вот ставишь чайник под фильтр, под кран, или наливаешь воду из кувшина, и тебе здесь ничего не мешается. То есть ты крышку снял, убрал ее, и здесь вот свободное пространство. Но мой муж, когда первый раз открывал эту крышку, когда чайник только появился, он подумал, что это брак. Но это такой вот ход. Да, и еще очень важно, что... Так как здесь нету механизма, который вот так вот открывает крышку, ломаться здесь нечему. Крышка плотно фиксируется на чайнике, здесь вот есть уплотнители, и никуда не сползает, никуда не девается. Еще мне очень нравится, что чайник внутри полностью стеклянный, там нет практически никаких металлических элементов, как раньше, знаете, в чайниках были вот эти вот нагревательные элементы, от кипятильника здесь нет, и мне кажется, что это классно. И, кстати, снаружи у чайника тоже нет почти никаких надписей, кроме названия бренда. И даже мерное отделение находится внутри чайника. Возможно, это не очень удобно, когда ты наливаешь воду, но зато это классно смотрится. И даже табло на чайнике, вот оно загорается здесь, когда его включаешь, встроено в корпус, оно никуда не выпирает. И вот так вот смотришь, кажется, что его нет вообще. Но когда чайник включается, здесь появляются циферки. Мне кажется, что это очень красиво и стильно. Еще классно, что у этого чайника целых 5 режимов: молоко, белый чай, зеленый чай, кофе и кипячение. Получается, что можно не только скипятить воду, но и подогреть ее до нужной вам температуры, начиная с 40 градусов. Я, кстати, не очень люблю пить такой кипящий чай и часто подогреваю воду до 80 градусов, чтобы не разбавлять чай потом водой. И, кстати, здесь очень простое управление. На чайнике, вот здесь вот на корпусе сверху, есть всего две механические кнопки. Одна — чайник кипятит, включает кипячение, а второй можно выставить как раз-таки нужную температуру. То есть, с одной стороны, чайник очень современный и технологичный, а с другой — невероятно простой в управлении, что мы с ним разобрались даже без инструкции, когда первый раз его включали. Короче, как я уже говорила, мы полгода пользуемся... вот этим чайником, и претензий к нему пока что ни одной. Я вам его искренне рекомендую. Если вы хотите купить такой чайник себе или друзьям, то не сомневайтесь. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, подписаться на мой канал, и надеюсь, что обзор был для вас полезным.